музыка, танцы и детский смех. Сотни талантливых ребят со всего Крыма съехались на сенаторскую елку в Симферополь. Главные гости новогоднего праздника – победители олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Здесь больше 800 детей, и знаете, что главное, у каждого всем хочется абсолютно сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Я думаю, что мне тоже стоит это сделать. Здравствуйте, можно фото? С детства об этом мечтала? Конечно, внученька. Скажите, пожалуйста, что вы пожелаете деткам? В будущем году мы желаем деткам, чтобы у них все исполнились мечты, все желания. А я хочу пожелать, чтобы ребята наши не ленились, трудились и всегда и во всем помогали друг другу. С праздником! С Новым годом! Для самых талантливых и одаренных подготовили большую культурную программу. Здесь аниматоры, творческие коллективы, а само представление открыли балетом. Для детей это не только предновогодний праздник, шанс добиться еще больших успехов в учебе. Главное событие вечера – награждение. Скороходов Владимир Сергеевич, 4-й класс, город Симферополь, отличник, интересуется военной историей. Подарки получили не только отличники. Жителя Нижнегорского района старшеклассника Никиту Лущенко наградили медалью за мужество. В июле юный герой спас жизнь утопающему. Я отдыхал на берегу реки и вижу, что он тонет. Но я и не раздумывался особо, и просто прыгнул за ним. А потом, когда я его уже вытащил, я убедился в его хорошем самочувствии и просто отдал его родителям. Билеты на сенаторскую елку получили и финалисты единственного в Крыму детского шоу «Таланты». Мне хочется двигаться дальше, смотря на тех людей, которые мы видели на сцене. И ведь они действительно мотивируют на добрые поступки, на новое обучение, так скажем, на новые знания. А какие подарки вам подарили? Я знаю, что вам тоже что-то вручили. Подарили очень крутые подарки. Всем, надеюсь, понравилось. Это большая честь находиться здесь. И мы очень рады этому. Уже 5-й год подряд лучшие школьники республики получают ценные подарки и уникальную возможность заниматься в одном из самых престижных классических заведений России. Проект реализуется под патронатом сенатора от Крыма Ольги Кавитиди. Сегодня день Святого Николая. Это наш Дед Мороз. И наша елка – это подарки отличникам и отличницам, умникам и умничкам. Это творчество, это таланты, это наша республика. Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Счастья всем нам! В числе победителей сенаторской елки предыдущих лет 8 крымчан, которые учатся или закончили классический пансион МГУ имени Ломоносова. Совсем скоро станет известно, кто сможет присоединиться к ним по итогам 2019 года. Татьяна Балыкина, Алексей Стороженко. Утро нового дня.